Вы когда-нибудь рассказывали израильтянину о своей вере и чувствовали, что безрезультатно. А может, вам вообще боязно рассказывать о своей вере, еврею или израильтянину? Меня зовут Коди Арчер, и я хочу пригласить вас на очередной выпуск «Возрождение сегодня. Сегодня у меня в гостях Рони Режуан. Спасибо за то, что пришли к нам. Рони рассказывал об Иисусе десяткам тысяч евреев в Израиле и по всему миру. Он один из старых лидеров общины Бейт Иешуа или Дом Спасения. А еще он работает с бывшими наркоманами. Он евангелист нашей команды, его знают по всей стране. Рони, я очень рад, что вы сегодня здесь, но перед тем, как мы перейдем к теме, я хочу рассказать вам, что у нас есть аккаунт в Инстаграме. Найдите нас и подпишитесь на нас. Мы хотим еще теснее общаться с вами. Как вы знаете, мы уже есть на YouTube, а на нашем сайте вы можете подписаться на еженедельную рассылку. Не забывайте лайкать и делиться нашими программами. Я верю, что в следующие 10-12 минут вы обретете уверенность в том, как делиться своей верой с евреями. Давайте перейдем к этому. Рони. Нас смотрят верующие со всего мира. Иешуа изменил их жизнь, и теперь они полны радости и новой жизни и хотят делиться этим не только со своими ближними, но и с израильтянами. Но часто их пугает то, что они думают, что евреи очень посвященные. У них есть иудаизм, и Иерусалим довольно религиозный город. И они не знают, что говорить таким людям. Или же они встречают нерелигиозного еврея, но не зная его историю или культуру, они не знают, с чего начать. У вас много опыта в общении с религиозными и мирскими евреями. Для начала расскажите нам о вашем общении с религиозными евреями. Потому что это совершенно особая группа людей. Вы видите на улице религиозного еврея в Кипе, он одет иначе, а вы подходите и начинаете рассказывать ему об Иешуа. С чего вы начнете? И чему вы научились за эти многие годы? Коди, спасибо за приглашение. Во-первых, нет ничего нового под солнцем. Сложно делиться своей верой не только с евреями, но и со всеми людьми. Много лет назад я читал книгу Билла Брайта о четырех духовных законах. Я коротко расскажу вам о них, потому что это важно для нашей темы. Первый закон звучит так. Бог любит нас, и у него есть хороший план для нашей жизни. Второй закон. Мы грешники, и наши грехи отделяют нас от Бога. Третий закон. Поскольку Бог любит нас, Он предоставил жертву за наши грехи. И четвертый закон. Нам нужно ее принять, открыть сердце и принять эту жертву. Многие люди скажут, «Я не верю, что Бог любит меня». Я вообще в него не верю. Многие говорят, «Да, Бог любит меня, но я не грешник». Многие говорят, «Да, Бог любит меня, я грешник, но мне не нужна жертва за мои грехи, я исправлю все сам». Есть люди, которые скажут «Да». Бог любит меня. Я грешник, и мне нужна жертва за мои грехи. Но я не хочу каяться. Мне не нужен Иешуа. Я считаю, что у евреев есть какая-то особая завеса перед глазами. Но Библия говорит, когда сердце обратится к Богу, Бог уберет завесу. И это касается не только евреев, но и каждого человека в мире. У нас есть завеса но когда наше сердце обращается к Богу, когда мы каемся и понимаем, что нуждаемся в Боге, Бог снимает эту завесу. Я проповедую Евангелие так. Вы знаете, мы согрешили против Бога, отделились от Него, и нам нужна жертва. Бог дал нам Иешуа. В Иешуа исполнились все ветхозаветные пророчества о страждущем Мессии. Он сам стал жертвой за наши с вами грехи. Я говорю им, одну минуточку, вы говорите, что вы одинаково проповедуете Евангелие как мирским, так и религиозным евреям и любому другому человеку в мире. То есть вы во всем используете один подход, и он что для вас работает? Да. Совершенно верно. То есть не нужно иметь особую подготовку, чтобы проповедовать именно евреям. Именно этой группе людей. Можно делиться простыми принципами, и израильтяне будут спасаться. Верно, у каждой группы людей есть свои возражения. Например, если вы говорите с религиозным евреем, он не может отрицать того, что написано в Торе. А 60% заповедей Торы связаны с храмом и жертвоприношениями. Они знают о необходимости жертвоприношения и пролитие крови за наши грехи. Но после разрушения храма многие считают, что жертвоприношения нам больше не нужны, а их теперь заменяют молитвы, добрые дела и благотворительность. Тогда я им отвечаю на это так. Хорошо, у вас есть молитвенник, из которого вы молитесь три раза в день. О том, чтобы Бог восстановил храм и вернул жертвоприношение. Скажите, если вам не нужны жертвоприношения, то зачем вы молитесь об этом? И вот здесь у людей начинается стопор, то есть все-таки стоит узнать что-то об иудаизме, чтобы быть более эффективным в том, как делиться Евангелием, или же это не так важно. У этого много преимуществ. Как-то я познакомился с женщиной. Она христианка, но Бог открыл ей двери в синагоге Америки, чтобы она могла говорить там об Иешуа. Она говорила, что годами она цитировала им Писание, а они говорили, а вот раввины говорят. Она узнала, что говорят раввины. Честно говоря, большая часть древних раввинистических учений согласуется с нашим толкованием Библии и с нашей теологией. И она делала так. А вот в Исаии сказано, а «Э, вот что говорят раввины. Годами я старался изучать иудейскую теологию, особенно касательно Мессии, но это вовсе не обязательно. Самая большая проблема религиозных евреев, вообще всех евреев, нерелигиозных евреев и такой группы, как неевреи, так вот самая большая проблема в том, что они не желают каяться. А если вы не хотите каяться, то найдете любые отговорки. Ну а еще как евангелист, я хочу сказать, что если вы хотите проповедовать Евангелие евреям, мусульманам или так называемым христианам, то вы должны быть готовы к отверженности. Одни люди будут слушать, другие нет, и многие люди будут насмехаться над вами, потому что они не хотят каяться и принимать Божью благодать чтобы менять свою жизнь. И так везде с ортодоксальными евреями очень важно ссылаться на Тору и на пророков. А также говорить, что нам все еще нужны жертвоприношения, потому что мы ничем не лучше, чем Моисей и Аарон, которые приносили жертвы за свои грехи. Необходимость жертвоприношения за грех это основание в разговоре с ними. Ну а так в целом, как я уже и сказал, для любого человека самая большая проблема ⁇ это нежелание каяться. Вы должны учитывать это в своих разговорах. А давайте теперь поговорим о нерелигиозных евреях. Многие жители моего квартала не просто нерелигиозны, они атеисты. А еще я вижу тягу к религии New Age и каким-то гуру из Индии и так далее то есть они вообще не верят в Бога, а другие ищут чего-то, но не там. На чем следует фокусироваться в разговорах вот с такими сложными людьми? Когда-то я был тоже сильно увлечен течением New Age и их практиками, поэтому мне это понятно. Я глубоко погряз в этом. Нерелигиозные евреи бывают разными. Есть атеисты, это в основном евреишки назем. Некоторые религиозные евреи находятся под незначительным влиянием религии. И когда такие люди слышат об Иешуа, они могут сильно разозлиться. Им стыдно, что они не очень религиозные. И поэтому они могут нападать на вас. А еще есть тот самый New Age. Равинистический иудаизм очень открыт к движению New Age. И очень многие евреи находятся под их влиянием, как ни странно. В процентном соотношении это больше, чем в любой другой стране мира. Сегодня говорить с ними очень сложно. С ортодоксальными евреями можно хотя бы поговорить о Танахе, о Ветхом Завете. Описание в целом, они знают о храме, о мессии и о том, что Мессия будет принесен в жертву. Даже раввины учат об этом, но последователи Нью-Эйдж полностью отрицают необходимость пролития крови, и им это кажется мерзостью, потому что многие из них вегетарианцы, они не хотят слышать об убийстве животных, особенно за свои грехи. С чего это вдруг, говорят они? Если вы говорите об этом, то для них вы очень примитивный человек. Я знаю, как с ними разговаривать, но нам нужна Божья благодать, чтобы их сердца открывались. А если говорить об обычных религиозных евреях, то скажу, что они ничем не отличаются от людей в других странах мира. А что вы думаете о том, чтобы рассказывать свою историю, проповедуя евреям Евангелие? Личное свидетельство очень важно, потому что я выходец из New Age. Я из обычной семьи и всегда искал Бога. Я хотел знать, где я проведу вечность. А потом я принял Ишо и в разговоре с любым человеком даже религиозным я говорю, а если бы вы умерли сегодня, то вы знаете, куда вы отправитесь, в Ад или в Рай? Это может показаться странным, но 99% религиозных людей не знают, пойдут ли они на небо. Они скорее убеждены, что идут в Ад. Но для них Ад ⁇ это временное пристанище, после которого вы возрождаетесь для новой жизни. А если вы очень праведный человек, то вы пойдете во временный ад, а потом на небо. Это что-то вроде чистилища для них, или лона Авраама. Верно, а в раввинистическом иудаизме вы можете переродиться в животное или даже в камень. Поверьте мне, я знаю, что говорю. А затем я говорю им, «Я ничем не лучше вас, но я знаю, где я проведу вечность, потому что праведный Мессия взял на себя мои грехи». Из йоги, медитации или иудаизма я ничего не знал о том, что Бог любит меня и желает, чтобы я пошел на небо. Поэтому наше личное свидетельство очень важно. Прекрасно. Друзья, надеюсь, вы ухватываете эту информацию. Насколько я понял, нам не нужно проходить полугодичный или годовой курс подготовки к тому, как проповедовать Евангелие евреям. Мы можем просто быть собою, говорить простые вещи, следовать водительству Святого Духа, а также делиться своими историями. И на это все придет сила Божия. Он наполнит наши слова своей силой. Именно Он будет обличать, давать откровения и убирать завесу продолжайте проповедовать Евангелие и молиться о спасении еврейского народа. Ронни, а у меня последний вопрос к вам. Многие люди, которые собираются проповедовать Евангелие, чувствуют боязнь или страх. Они даже не могут просто заговорить с человеком. Что-то их сдерживает. Скажите, а как вы лично научились побеждать этот страх в разговорах с евреями о Евангелии. Пожалуйста, поделитесь этим ценнейшим опытом с нами. Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что мы имеем законное право рассказывать, раздавать книги, если, конечно, вам не меньше 18. Но даже если вы моложе 18, вы можете говорить с человеком незаконно, только раздавать новые заветы. Библии и так далее. Это может прозвучать странно, но я не преодолел свой страх. У нас всегда есть какой-то страх. Не нужно думать, что мы победим страх и будем в полном покое. И тогда сможем поговорить с кем угодно. Страх это естественно, но мы должны действовать. Даже Иешуа в Гевсиманском саду говорил, Господь, если возможно, пусть эта чаша минует меня. Я уже много лет евангелизирую. Если Бог говорит вам поговорить с кем-то, то сделайте это. вам может быть не очень комфортно. Ну а что? Не думаю, что когда ученики шли проповедовать евреям и людям по всему миру, им было очень уж комфортно. На них нападали, их оскорбляли, но они продолжали свое дело. Но это наше призвание, как верующих людей. Аминь. Прекрасно сказано. Рони, спасибо за то, что пришли и делились с нами своей мудростью. Друзья, не забудьте поделиться этим видео. Я знаю, что у вас есть родные и близкие, которым будет интересна и полезна эта информация. Мы делаем это из любви. Мы очень любим Иешуа. Его любовь переполняет наши сердца, и мы не можем не делиться ею с другими людьми. Я призываю вас еще больше окунаться в Его любовь и делиться Его любовью на всяком месте. Благословляю вас, увидимся на следующей неделе и не забудьте зайти на наш аккаунт в Инстаграме. До встречи!